Где же моя любимая машинка? Где же? Может, тут? Нет, нету. Так, может, тут? Нету. Что это за лампа? Откуда она взялась у меня в комнате? Да, интересная вещица. Какая-то она грязная. Что это с ней происходит? Показалось, что ли? О, что, опять? А ты еще кто? Я Джейн. Слушаю тебя, мой господин. Откуда ты взялся? А ну, убирайся обратно. Не беспокойся, мой господин. Я всего лишь джин и не причиню тебе вреда. Я всегда появляюсь изнанкой. Разве ты сказок не читал? Ну хорошо, допустим. И что дальше? Ну что дальше? Загадывай любые три желания, и я их исполню. Да подожди со своими желаниями. Давай вначале познакомимся. У нас джинов нет имен. Мы просто приходим, чтобы исполнять ваши желания. Как нет имен? Ты что, не хочешь иметь свое имя? Ты и поэтому такой грустный? Мы не можем исполнять свои желания, только чужие. Поэтому мои мечты не имеют значения. Как это не имеют? Каждый должен быть счастливым. Я хочу, чтобы у тебя было имя. Пусть это будет Махмуд. Тебе нравится Махмуд? Да, очень нравится. Тогда это и будет мое первое желание. Джин Махмуд слушает и повинуется, мой господин. Очень хорошо. А еще перестань говорить таким жутким голосом. Это что будет твое второе желание? Да ну тебе с твоими желаниями. Ты о чем-то другом можешь думать? Это и будет твое второе желание. Будет, будет. И говори, как нормальные люди, а не господин, господин. Меня зовут Денис. Исполнено, мой господин. Ой, Денис. Вот так-то лучше. Так, что там еще у нас было? А, точно. Махмуд, а почему ты такой грустный? А как тут не будешь грустным? Сидишь 100 лет в лампе, потом тебя выпустят, исполнишь чьи-то глупые желания, а потом опять... И в лампу, и снова на 100 лет. Да, действительно, у тебя какая-то грустная жизнь. Ладно, помогу тебе. Может, загадать, чтобы ты стал веселым? Не годится. А давай играть. Я буду джином и буду исполнять твои желания. Ты? Желания? Без магии? Или ты волшебник? Да, без магии и волшебства. Ты вначале попробуй, а потом сомневаться будешь. Ну хорошо, давай попробуем. Я желаю... Желаю я... чего-нибудь вкусненького. А то я 100 лет в этой лампе вкусняшек не ел. И что, у тебя есть скатерть-самобранка? А зачем мне эта скатерть-самобранка? Это же проще простого. Сиди здесь, а я все принесу. Вот и твои вкусняшки. Только не сильно увлекайся, а то зубы испортишь. Это что, все мне? Тогда заберу это все в лампу. У меня перерыв. Да сколько там уже можно кушать? Ну спасибо, Денис, угодил. Никак не мог оторваться, 100 лет вкусняшек не ел. Ну что, Махмуд, сумел я тебя удивить? Что дальше будешь заказывать? Да, с первым желанием ты меня удивил. Но сейчас будет второе, посложнее. Хочу увидеть, что происходит на разных концах света. Да это вообще легко. А у тебя что, есть ковер-самолет? А зачем он нам? Подожди секунду. Планшет.
По нему ты можешь увидеть любую страну мира. На, развлекайся. Не может быть. Если что-то не поймешь, спрашивай. Вот это чудо так чудо. Все концы света в одной комнате. Так, Махмуд, давай свое третье желание, а то мне еще уроки делать. Ладно, ладно. Сейчас, а то оторваться не могу. Так, третье желание. А подай-ка мне, пожалуйста, забаву, которая будет интересна и для крестьянина, и падишаха. Можешь такое? Есть тут у меня одна вещица. Спиннер называется. На, возьми, попробуй. Прикольно. Дарю, будешь в своей лампе играть, когда будет скучно. О, Денис, ты настоящий мудрец. Ты сумел выполнить три желания без магии и удивить такого волшебника, как я. Да ладно тебе, делов-то ерунда. Но, Денис, у тебя же осталось одно желание. Как жаль, что я тебя больше после него не увижу. С тобой так интересно. Кажется, я придумал. Третье мое желание будет, когда я буду каждый раз тереть лампу, ты будешь приходить со мной играть. Конечно, будет исполнено, Денис. Пусть в твоем доме будет все прекрасно. И тебе не скучай, Махмуд. А ты бы хотел такого друга? Тогда ставь лайк. Не забудь подписаться на мой новый канал. Пока-пока.